По традиции торжества начались с возложения цветов к памятной доске на улице Советской областного центра, где ранее находилось летное училище. Именно здесь учился, получал азы летной профессии Юрий Гагарин. Отсюда, можно сказать, он шагнул в небо. Мы первые, понимаете? Страна-победительница, страна первая, которая открыла космическую дорогу. Это всегда поднимает дух нации, это всегда просто важнейшее историческое событие и для страны, и для мира в целом. 108 минут, проведенные человеком в космосе, навсегда изменили ход истории. Юрий Гагарин стал не только национальным героем, его полюбил весь мир. Простой парень с обаятельной улыбкой, именно таким запомнили его современники. А для будущих поколений он стал легендой. Он для меня как бы герой, я бы тоже хотел бы полететь в космос вместе с ним, попасть в тот год и полететь с ним в космос. Сами бы иногда когда-нибудь мечтали тоже полететь в космос. Герой да. Наш, как бы. Это наш герой, можно сказать, и получается, ну, как в честь него праздник. Это очень значимый праздник, мне кажется, для нашего города. 52 года прошло с легендарного полета, но, как и их сверстники, в 60-х современные мальчишки-девчонки мечтают о космосе. А тогда, уже в прошлом веке, многие и не подозревали, что космическая эра рождается на их глазах. Вы знаете, вначале и не знали, что набирают космонавты. Никто этого не говорил. Отбирали просто летчиков, смотрели личное дело, смотрели ее здоровье, смотрели характер. Ну все, знаете, как смотрят. А то, что отбирали у космонавты, сразу не говорили об этом. Оренбург дал мне крылья, когда-то сказал первый космонавт мира, тем самым вписав в историю и наш степной город. И по сей день его имя неразрывно связано с Оренбуржем, где достойно чтят память человека, ставшего легендой. Вековую мечту человечества суждено было воплотить в реальность гражданину нашей страны Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя облетело тогда все уголки планеты. И до настоящего времени нет страны, где бы его не знали и не восхищались его подвигом. Татьяна Кошелка, Роман Боричев, новости дня.